Дорогие выпускники, позади 5 лет сложного и напряженного периода учебы вы прошли этот путь успешно, повзрослели, обрели новых друзей, познали истину суворовской дружбы и ответственности за судьбу своей любимой Родины. В этот торжественный день желаю всем крепкого здоровья, успехов и настойчивости в достижении поставленных целей на благо нашей любимой Родины. Добрый путь, дорогие выпускники! Это уникальное учреждение образования. Если ты 5 лет замечательно учишься, стараешься и заканчиваешь училище от 7 баллов и выше, ты становишься курсантом любого факультета военной академии. Ты становишься курсантом любого военного факультета гражданских вузов. То есть настолько широкие возможности у ребят. И они, к счастью, используют эти возможности. Они очень старательно учатся. Есть золотой медалист. Есть ребята, которые учатся в аттестате, у них средний балл будет больше 9 баллов. Они выбрали очень хорошие специальности. Они, я уверена, окончив высшие учебные заведения, принесут огромную пользу нашей стране. Я уже досрочно зачислен в Белорусский государственный университет, военный факультет по специальности международные отношения в военной сфере. Я стипендиат специального фонда при президенте по поддержке одаренной молодежи. Завоевал 2-е место на республиканском конкурсе научно-исследовательских работ по немецкому языку. Суворовское училище полностью поменяло мое мировоззрение, мой взгляд на мир. Оно полностью вообще меня поменяло. Чему я здесь научился? Ну, можно, конечно, сказать всему, на самом деле, потому что здесь мы раскрыли все свои таланты. Каждый по-разному, каждый в своей сфере. Но отлично, я, например, раскрыл, как бы начал участвовать в олимпиадах по физике и математике. Здесь мы стали, ну, можно говорить, сильнее, быстрее, умнее. Это все банально. Но главное, чему я научился в Суворовском училище, это вот товарищество, чувство помощи друг другу, вот этому чувству кадетского братства. Куда пойду поступать? ВК имени Можайского, военно-космическое. Специалист по космическим комплексам, системам сетевой связи. Ремонт, самосоздание, эксплуатация, применение. Это очень интересная специальность, тем более, что все системы связи космических комплексов у нас на республику всего 1 место было, я его забрал. Большая радость, большая гордость за своего сына. Он показал себя с лучшей стороны. И это моя гордость. И я ни о чем не жалею, потому что мальчишки, которые здесь учились, они настоящие мужчины. И друг за друга. Они понимают, что такое братство. Они ценят дружбу. Они ценят любовь, волнение, терпение своих близких. Конечно же, хочется все вернуть назад. Как бы тебе местами в училище трудно не было, тебе все равно захочется все вернуть назад и вернуться в эти стены хотя бы курсантом, хотя бы офицером, чтобы еще раз прочувствовать ту атмосферу, которая присутствует в данной стене.